Йоу, все, всем привет! Кока-колу купили, короче, 24 баллона. Потом, значит, взяли 10 пачек Ментоса. Еще 2 пачки соды и 2 бутылки уксуса, короче, взяли. Да. Очки для защиты глаз. Бицы для защиты ушей. Народ, с чего начинаем? Берем любую банку колы, вот вообще такую берем. И сейчас открываем тихонечко и засовываем туда пачку Ментоса. И будет вообще жесткий фонтан. Берем колу обычную. Вот она, кола наша. И берем обычный Ментос. И нам надо тихонечко сейчас открыть колу, чуть-чуть отлить колы и засунуть туда, не знаю, половину Ментоса, и вы увидите, что произойдет. Ой, там человек! Ты чё, прям на человека чуть не сделал? Охренеть! Берем половину пачки Ментоса, засовываем, закрываем и взрываем, короче. Давайте. В ту сторону она открывается. Блин! Она могла полететь, Паша. Да. Капец, короче. Ментоса не хочешь? Не, спасибо. Не, что мне кажется вкусно? Бля. Она могла. Итак, мы уже израсходовали одну банку кока-колы. На мне смешные очки для того, чтобы. Блять, ничего же не видно. Итак, у нас есть суда. Нет. У нас есть сода, у нас есть уксус, у нас есть Ментос. И что у нас еще есть? Уксус, сода, Ментос, все, больше ничего у нас нет. Кока-кола. Так, ладно, что будем делать, что будем делать, что будем делать? Давай Ментос засунем, бомбанем нафиг и все, что? Ладно, дело? Давайте сделаем фонтан. Фонтан. Вообще без Б. Итак, короче, я решил сделать фонтан. Я возьму уксус, возьму соду. Немножко Ментоса. Чуть-чуть. Эй-эй-эй. Ну чё ты, Паша? В смысле, он не лился? Херня какая-то. Короче, друзья, у меня есть кола, уксус и один Ментос. И сейчас будет просто мега офигенный фонтан. Вы сейчас все увидите, смотрите. Ну, чуть-чуть больше открой, Паш. Еще. Еще. Отпускай. Ну чё ты? Зачем звук? А, ладно. Стой, у меня есть идея. Все уже? Нет. Бахни туда соды, чтобы она... Нет, я ее открою еще раз. Ладно, все, я молчу, давай. Мы резко заболтыхали, я, конечно, уже облит, но сейчас еще раз попробую. Никто не едет, все норм. И... Короче, друзья, что-то нифига эксперименты не удаются, но мы решим эту проблему, и сейчас я засуну вот этот Ментос, короче, сюда. И просто сброшь, короче, она полетит. Это уже не раз у меня срабатывало, и сейчас мы еще раз попробуем, будет нормальный такой взрыв. Поехали. В итоге, короче, у нас немножко получилось взорвать кока-колу, именно когда мы ее кидаем об асфальт. Сейчас я попробую взять кока-колу, Ментос, добавить немножко соды, быстро ее закрыть, после этого сболтыхать и кинуть ее об асфальт, чтобы она взорвалась и полетела. Давайте сейчас попробуем это все дело проделать. Взял буквально маленькую крышечку соды. Теперь кидаю Ментос и одновременно все это дело закрываю быстро крышкой. Так, соду надо чуть-чуть отсыпать, иначе крышка не закроется. Закрывайся. Бля, я весь в кока-коле.